Great Review. Великий обзор. И что я думаю? Лучшие видеоигры 2017 года назвали в Лос-Анджелесе. Да, друзья, салют. Это что я думаю, это GR. Итак, в Лос-Анджелесе прошла ежегодная премия The Game Awards. Что же было на ней? На ней представили лучшие видеоигры 2017 года, а также анонсировали новые. Вау! Трансляция церемонии велась на официальном сайте премии. Да проебал! Бывает. Лучшей игрой года, по мнению жюри, стала The Legend of Zelda Breath of the Wild. Эта игра также получила награду в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучший приключенческий боевик». Я его прошел, и мне понравилось. Вульфик. Вульфик 2 The New Colossus стал лучшим экшеном года. Ну, а Overwatch получил награду за лучшую игру, в которую продолжаю играть уже несколько лет. Инди-игра Cuphead выполнена в стиле мультфильмов 30-х годов. Признали лучшую независимой игрой. Также разработчики этой игры получили награду за лучшую работу художников. Согласен. Ну а в номинации «Самая ожидаемая игра» победил PS4 эксклюзив The Last of Us 2. На эту награду претендовали также Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World, Marvel's Spider-Man и God of War. God of War! Напомню, премия The Game Awards вручается с 2014 года. Претендентов выбирают специальный комитет, в который входят представители Microsoft, Sony, Nintendo и нескольких игровых изданий. Непосредственно победителей выбирает больше 50 экспертов индустрии. 50, блядь! Нововведением этого года стала возможность проголосовать пользователям в онлайн. Это было главное нововведение такое. Ну а тем временем искусственный интеллект AlphaGoZero с функцией самообучения выучил все варианты шахматной игры за 4 часа. Ребятки, что могу сказать? Что я могу сказать? В принципе, да. Год подходит к концу, игры уже все повыходили, все тайтловые релизы, все громкие релизы уже пройдены, вот уже чуть-чуть осталось не последнее пройти, и все. И год закончен. Игровая индустрия сейчас впала в спячку до весны. И будем ждать уже будущие релизы. Так что сейчас очень много выставок, очень много фирм, сайтов, компаний, все подводят итоги уходящего игрового года. И я, в принципе, с мнением жюри согласен, и Зельда, да, она шикарная. С тобой был GR, Great Review, великий обзор, лайк, дизлайк, подписон. Играй только лучшее и удачного окончания недели и года. Адьос.